Гамбит вепря на Конте. Иностранцы глазами россиян. Почему французы едят лягушек, а не толстеют, а канадцы боятся темноты? Не так давно по заказу одного крупного российского туроператора, работающего на рынке выездного туризма, наша исследовательская аналитическая группа подготовила большой доклад на тему «Иностранцы глазами россиян». В этой работе обозначена значимость и особенности использования социологических исследований как инструмента обоснования управленческих решений по развитию новых направлений работы в сфере туризма. Использованный нами междисциплинарный подход способствует развитию отрасли, позволяющий выстраивать как коммуникационные мосты между странами и народами, так и решать важные социально-экономические задачи на стратегических направлениях развития нашей страны. С целью определения сложившихся в обществе стереотипов и устоявшихся представлений россиян о других народах был проведен комплексный мониторинг российских СМИ, социальных сетей и русскоязычных запросов в поисковых системах. Был использован способ контентной фильтрации и стратификации запросов поисковых систем путем выявления наиболее популярных характеристик жителей других стран. Далее мы приведем полученные данные по различным странам с их разбивкой по территориальному принципу. Страны бывшего СССР. Белорусы, добрые бульбаши, говорят на русском, уезжают из страны и не любят помидорный суп. Украинцы, смуглые кореглазые шумеры, говорят «шо», любят сало, уезжают из страны, называют русских москалями. Молдаване, смуглые цыгане, говорят по-румынски, не едят помидоры, шоколад, соленые огурцы, а картошку сажают ночью. Латыши, медленные, знают русский, похожи на немцев, едут в Ирландию, добавляют «с» к фамилии и не любят литовцев. Литовцы, медленные и высокие, странные, играют в баскетбол и не любят белорусов. Эстонцы очень медленные, медленно говорят, раньше жили в Абхазии и не любят финнов. Грузины, рыжие, закрывают глаза, говорят «вах», любят русских женщин и не любят армян. Армяне, говорят «джан» и «ара», крестятся слева направо, носят обручальное кольцо на левой руке и не любят азербайджанцев. Азербайджанцы не едят свинину, не целуются, не женятся на русских, не любят армян и латышей. Казахи едят лошадей и свинину, сверхлюди, избили арабов, едят на полу, не любят киргизов. Киргизы крутые, едут в Россию, боятся собак, носят шапки, стали казахами, но не любят казахов. Туркмены не едут в Россию, едут в Белоруссию, едят конину, едят на полу, называют азербайджанцев армянами. Таджики едут в Россию, едят на полу, боятся собак, любят русских женщин, покупают много батонов и не любят узбеков. Узбеки едут в Россию, не едят свинину, едят плов руками, пьют горячий чай в жару и не любят киргизов. Таковы наши представления о семье братских народов, бывших СССР, и теперь мы перемещаемся в Старый Свет. Европа. Немцы картавят, пьют пиво, не купаются в море, любят Турцию, не любят «Опель» и не брали в плен тувинцев. Итальянцы. Черные, похожи на кавказцев, жестикулируют, называют макароны пастой, не пьют капучино после обеда, не толстеют, любят русских девушек и не любят французов. Французы. Стройные, черные, картавят, считают двадцатками, едят лягушек и не толстеют, не любят англичан. Англичане. Некрасивые, рыжие, худые, не прощаются, пьют чай с молоком, пишут печатными буквами и не любят русских. Португальцы, смуглые, жестокие, первооткрыватели, устанавливали кресты, считали, что Африка тянется до самого Южного полюса и не любят испанцев. Испанцы, похожи на арабов, смуглые, шепелявят, быстро говорят, не едят речную рыбу, бреют ноги и не любят англичан. Шведы, красивые, блондины, хорошо говорят по-английски, не собирают грибы и не любят датчан. Поляки, ляхи, не любят русских, не любят украинцев, не любят евреев, не любят Гарри Поттера. Румыны. Черные, смуглые, БЧ3. Похоже на цыган и не любят венгров. Чехи. Атеисты. Хорошо играют в хоккей. Громко сморкаются, не здороваются за руку и не любят словаков. Итак, с европейской семьей народов мы заканчиваем и переносимся в Новый Свет. Северная Америка. Американцы не сидят в ВК, быстро говорят, красят ногти, носят кольцо на левой руке, носят футболку под рубашкой, носят шапки летом, любят арахисовую пасту и дышат в пакет. Канадцы. Квадратные. Говорят по-французски, живут на юге, хорошо играют в хоккей, боятся темноты и не любят американцев.
Латинская Америка. Мексиканцы бегут в США, говорят по-испански, называют американцев гринго, ползут по земле, любят острое и не любят американцев. Бразильцы. Красивые, черные, белые, техничные, хорошо играют в футбол, говорят на португальском, похоже на русских, не любят аргентинцев. Аргентинцы светлые, не поют гимн, хорошо играют в футбол, произошли от ацтеков, не любят англичан. Кубинцы черные, любят Че Гевару, курят сигары, не любят кошек, не любят американцев. Парагвайцы восхищаются русскими. Об остальных латиноамериканцах у наших соотечественников представление довольно слабое, можно сказать, стремятся к нулю. Теперь переходим к черному континенту – Африка. Кенийцы. Лысые, быстрые, лучшие бегуны, побеждают в марафонах. Алжирцы. Белые, отдыхают в Тунисе, женятся на русских женщинах, не любят египтян. Эфиопы. Не негры, едят сырое мясо. Красивые, похожи на европейцев, считают Пушкина своим. Марокканцы. Уезжают из Марокко, едут учиться в Россию, хотят жениться на русских. Едят руками, не выбрасывают кости и не любят фотографироваться. Ангольцы. Ходят в белых халатах. Тунисцы. Любят шоколад, любят французов и русских, любят знакомиться в Фейсбуке. Суданцы сдали Карлоса. Таковы наши представления о жителях Африки. А теперь мы с вами переходим к народам Азии. Китайцы. Худые, не умеют плавать, едят палочками, не пьют молоко, постоянно пьют горячую воду, носят маски на лице. Индийцы. Едят руками, не умеют плавать, не купаются в море, не едят курицу и говядину, ставят точку на лбу, качают головой при разговоре. Иранцы едут в Россию, худые, не арабы, не носят галстук, не любят евреев. Вьетнамцы худые, не носят очки, отращивают ногти, едят собак, жарят селедку, ходят в масках, не любят китайцев. Японцы трудоголики, спят на полу, не болеют простатитом, не стареют, едят палочками, ходят в масках, долго живут. Корейцы едят собак, едят острое, помешаны на красоте, купаются в одежде, не толстеют и не потеют, не любят китайцев и японцев. Арабы едут учиться в Россию, богатые, ходят в белом, пьют горячий чай, боятся собак, целуют в лоб. Вот такие представления о жителях азиатских стран сформированы у наших людей. И теперь мы переходим к последнему континенту, так как изучение общественного мнения о жителях Антарктиды, пингвинах, предмет исследований не входило. Австралия и Океания. Австралийцы оззи, высокие, красивые блондины, загибают край шляпы и не едят мясо кенгуру, не любят кроликов. Новозеландцы называют себя киви. Не любят австралийцев, показывают язык и уезжают из Новой Зеландии. Оценивая результаты нашего исследования, хотелось бы отметить, что полученные в ходе работы данные позволили заказчику своевременно скорректировать основные направления своей деятельности и выйти с новыми предложениями на рынок туристических услуг, что позволило ему в кратчайшие сроки значительно нарастить свой портфель заказов. Кроме того, по согласованию с заказчиком с целью выработки современной сбалансированной международной политики России, результаты нашего исследования были направлены в центральный аппарат Министерства иностранных дел РФ по скрипту. В качестве бонуса нами были изучены и представлены заказчику представления англоязычных пользователей интернета о жителях России. Русские, умные, прекрасные, сердитые, комментируют Леди Гагу, не улыбаются, используют скобочки, не говорят по-английски, но у них лучшая литература и программисты. Гамбит Вепрян на Конте. Уважаемые читатели, если вам понравилась статья, не забудьте оценить ее и подписаться на блог автора статьи. Впереди много увлекательных историй, не пропустите. Ссылочка на статью будет, как всегда, в инфобоксе в описании под видео. Иностранцы глазами россиян. Почему французы едят лягушек и не толстеют, а канадцы боятся темноты? Ну, во-первых, почему там не сказано, почему именно это происходит?